быстро он ушел. Пригнись, иначе заметят. Вижу небольшую группу целей. Эй, лейтенант Санта-Бланки. Наблюдая небольшую группу целей. Я заметил, давай назад. Вижу небольшую группу целей. Этот готов. Тут у меня боевик с ПП. Наблюдай, покажи. Рядом с входом в лагерь. Оставляем, я плечу. Они знают, что мы здесь. Здесь мы точно сможем нарыть сведения. Неплохо. Я передам повстанцам координаты. Пусть все это заберут. Если родился в этой дыре, денег нет, вместо дома лачуга, родителям не хватает на еду, что делать? Найти работу. Какую? Собирать коку? За пару центов в день? Я вступлю в Санта-Бланку, проявлю себя, позабочусь о семье, забуду, что я человек. Буду жестоко поступать и с хорошими, и с плохими людьми. А в один прекрасный день я пойму, что пора исчезнуть, пока не пришли парни вроде нас, чтобы наказать меня за это. Значит, все согласны. Жизнь не сулит этим людям ничего хорошего. Это пятая цель. Здесь один боевик. Там, перед сараем. Цель уничтожена. Мы их раздразнили.
Готов. Это прилетело со стороны сарая. Найди укрытие, твою мать! Этот готов. Стоп, тут оружейный ящик. Здесь чисто. Чисто. Ребята, как вы? Класс. У нас здесь турель. Катари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Оружейный ящик подойдет к моим ботинкам. Афганистан, 2005. Сломанная ключица. Очень-очень больно. Шрапнель в бедро, растяжка, Ирак, 2009. Только через год вся эта гадость вышла наружу. Растяжение мышц шеи после неудачного падения в Афганистане. 2007, кажется. Хуже любой раны или перелома. При чистке зубов приходила мысль о морфии. Средняя школа в Бостоне, 1991. Синди Марголин прищемила мне пальцы дверью. На волосок от смерти.
цель ликвидирована. Вижу небольшую группу целей. Цель уничтожена. У нас здесь турель. Так, он готов. Вроде обошлось. Тут боец картеля. Вон там, у вертолета. Приляг, отдохни. Похоже, им не по себе. Расслабьтесь, мы еще живы. Их лейтенант убегает. Мы их раздразнили. Дрон развернут. Его. Цель уничтожена. Мы нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль Полита. Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет нам, где Полита с подружкой. Теперь все чисто. Эй, тут данные по вертолету их снабженцев. Осталось только угнать его и отдать повстанцам. Просто, да? Thank you.
вижу турель. А чёрт, выдержу, мать. Как думаешь, что станет с этой страной, если Санта-Бланка... Как что? Боливийцы вернутся к власти. Но страна полностью изменилась. Когда-то боливийский кокаин в Мексику доставляла фарк. Она ушла, и ее место заняли другие ребята. Санта-Бланка уйдет, и кто придет ей на смену? То есть Санта-Бланка вложила чертову ему сил, чтобы создать в этой стране инфраструктуру для кокаина. Видишь, сколько вложено в этой провинции только в производство пиролюзита? Здания, оборудование, даже логистические схемы – все это останется дожидаться нового картеля. Лучше заткнись. Ты нагоняешь тоску и безысходность. Здесь турель. Турель.
похоже, им не по себе. Боуман, это Номад. Мы уже в Монтуёке. Что у тебя есть? В провинции расположены военизированные тренировочные лагеря Санта-Бланк. И сюда привозят рекрутов со всей Южной Америки. Кирпич тратит огромные деньги, чтобы привлечь бывших спецназовцев для обучения рекрутов в картеле. Говорят, что старший инструктор – бывший военный из США. Вы должны собрать сведения об этих лагерях и установить личность инструктора. Подтверждаю, Боуман. Приступаем. Медаль Санта-Бланки. Отличный сувенир. Эй, попугай, muchas gracias. Я правда рад прийти, братишка. Слушай, народ все еще обсуждает. Может, займемся разведкой? Да, да. Вдохновенная работа. Подвесить чувака вверх ногами, а потом резать? Как такое можно выдумать? Круто, брат. Рад, что заметили. По правде, попугай, я много читаю. Жорж Батай, французский интеллектуал. Много писал о методах, выделяя там эротическую составляющую. Ага. И таким образом... Половина времени уже прошла. Мы успеем. ...составляющую для зрителей. Проще говоря, ты больной маньяк. Истинно так, бро. Отель остался без связи. Это обрадует повстанцев. Черт, их поддерживает единство. Цель убита.
Подумать только. В этих самых местах гастролировали Буч Кэссиди и Санденс Кид перед тем, как удалиться на покой в Штаты. Так ты думаешь, что Буча с Санденсом не убили в Боливии? Пару каких-то гринго действительно убили в перестрелке с полицией, но это были не они. Один из их боливийских приятелей солгал на опознании трупов. А когда Буча с Санденсом официально объявили убитыми, они спокойно вернулись домой. Остаток жизни прожили более-менее в ладах с законом. И концы в воду. Интересная версия. Но уж больно смахивает на теорию заговора. Я, в отличие от тебя, не верю во всякую чушь. Возможно. Но ведь часто объявляют, что такой-то террорист уничтожен беспилотником. А потом этот ублюдок снова всплывает. И нам приходится доводить дело до конца, так? Слишком часто. Не знаю почему, но людям нравится узнавать о смерти других. Повод посплетничать, наверное. Включение этой станции картеля поможет повстанцам собраться силами. Спасибо. Цель убита. Осколочная. Я знаю, где пункт снабжения картеля в Монтуёке. Он снабжает оружием и снаряжением почти всю провинцию. Если мы все это уничтожим, то сильно затрудним работу картеля в провинции. Я умудрилась дорасти до самой влиятельной и уважаемой женщины. Враг уничтожен. Словно у меня тут самые большие яйца. Отлично. Зачищаем и уходим. Им я говорила, и вам я говорю. Здесь нужно найти важные данные.
хотите избавиться от наркобоссов? Пусть ЦРУ их уволят. И главное, перестаньте винить других в своих мутовых проблемах. Уж проще некуда. Emitiendo desde el más allá, para que se enteren quiénes son los más acá. ¡Ajúa, putos! Esto es Santa Blanca Radio. Вот еще такой. Сидит моряк в баре. Знаю, знаю. Да плевать. Так вот, сидит моряк в баре и говорит соседу: хочешь, расскажу анекдот про морпехов? Сосед говорит: прежде чем ты расскажешь анекдот, я тебе вот что скажу. Мой рост 1,80 м, вес 90 кг, и я морпех. Рядом со мной сидит тоже морпех. Его рост 1,80 м и вес 100 кг. А вон того видишь? Он тоже морпех. Рост 1,90 м и вес 100 кг. Все еще хочешь рассказать свой анекдот? Моряк задумался и говорит: нет, не хочу объяснять 3 раза одну и ту же шутку. Вижу цель. Вперед!